Стильно и красиво. В Сургуте дефилировали воспитанники школы эстетического развития «Топ-фэшн-сервис». Там учат не только профессионально шагать по подиуму. Педагоги учреждения нацелены на то, чтобы каждый ученик поборол свои страхи в различных аспектах жизни. Елена Саган расскажет о ярком событии из жизни школы. Уверенные в себе дети, подростки и женщины. Ученики школы эстетического развития Top Fashion Service дефилировали на отчетном фэшн-шоу 5.0. К слову, впервые на сцену вышли представительницы прекрасного пола старшего поколения, выпускницы курса для взрослых «Лучшая версия себя». В программе мероприятия не только походка от бедра. Участники демонстрировали еще и, например, умение держаться на публике. Ведь педагоги школы преследуют как раз эти цели – побороть у воспитанников разные страхи. Мы проводим 5-е фэшн-шоу в городе Сургуте, где в этот раз участвуют не только дети и основной состав, но и взрослые женщины. Мы безумно гордимся тем, что сегодня мы собрали здесь 198 учеников, а все благодаря тому, что в этом учебном сезоне мы открыли второй филиал в Каскаде. Учиться теперь можно в двух географических местах. Мы очень любим наших детей и ждем вас к нам на занятия. Воспитанники младшей группы сами рассказали, что им нравится на занятиях в Top Fashion Service. А за что ты любишь Top Fashion? Потому что там много ребят, потому что там много игрушек, потому что мне Top Fashion нравится. Потому что там всякие занятия классные, а потом ты идешь на показ после них. Там всегда походки и мои любимые занятия. И мое любимое занятие там разное. Фоткаться там, еще делать там походки. Все занятия нравятся мне. Я люблю фото, даже я почувствовала себя звездой. Модники и модницы Сургута к этому моменту практически в совершенстве владеют умением позировать на камеру, научились актерскому мастерству, ораторскому искусству, освоили хореографию. Ведь на отчетных шоу ребята выступают еще и в творческих номерах. Сейчас новогодняя пауза, после которой занятия возобновятся, а в канун летних каникул модели и их родители соберутся на очередной показ, который вновь удивит зрителей. Елена Саган, Карина Алексанян, Сергей Коликов, Сургут 24.